Вязание двухцветного цветочка. Сначала провязываем скользящую петлю. И внутрь скользящей петли вяжем 12 столбиков без накида. Затем стягиваем скользящую петлю, потянув за конец нити. И соединяем первую и последнюю петли ряда с помощью соединительной петли. Первый ряд готов. Провязываем 9 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаем одну петельку и в следующую петлю вяжем столбик без накида. Затем провязываем в следующую петлю полустолбик с одним накидом. Далее вяжем 4 столбика с одним накидом. Один. Два, три, и 4. Далее провязываем полустолбик с накидом, следующую петельку, и затем столбик. Следующую петельку основания провязываем соединительную петлю и затем еще одну соединительную петлю в следующую петлю основания. Далее вязание листика повторяется. Вяжем 9 воздушных петель. И затем точно так же провязываем второй листик. Вяжем столбик без накида, затем полустолбик с накидом, затем 4 столбика с одним накидом, снова полустолбик с накидом и столбик. Далее вязание повторяется до конца ряда. Провязываем соединительную петлю и затем еще один раз. И повторяем вязание всех листиков. Все листики связаны, и вот так теперь выглядит цветочек. Ниточку розового цвета можно уже отрезать. Дальше продолжаем вязать ниткой другого цвета. Крючок вдеваем между лепесточками и захватываем нитку.
вытаскиваем петлю. Далее в первую петельку лепестка провязываем столбик без накида. В следующую петельку вяжем полустолбик с накидом. Затем провязываем 4 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. И 4. В следующую петельку провязываем полустолбик с накидом. Затем в следующую вяжем столбик без накида. И еще один столбик без накида в ту же самую петлю. Далее крючок вдеваем за заднюю полупетлю. И вяжем соединительную петлю. И так обвязываем листик с другой стороны. Вяжем соединительные петельки. Вот я обвязала. Затем между листиками провязываем соединительную петлю. И дальше вязание повторяется точно так же, как я уже показала. Так обвязываем все листики. И вот такой замечательный цветочек у меня получился. Лепестки этого цветка можно вязать разного размера. Я связала два цветочка, и у меня получилась водяная лилия.